Ночь, улица, ремонт дороги, которого здесь не было несколько десятков лет. Работа в самом разгаре. На Пугачевском тракте необходимо отремонтировать участок проезжей части общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Для этого используют асфальт на граните, который уже успел зарекомендовать себя как надежное покрытие. Это идет однослойное покрытие без нижнего слоя. Происходит фрезерование, промели, прочистили. Вдоль бордюра, если есть бордюр в городе, сняли полоску, которая остается от фрезы, и приступили к укладке после розлива битума или битумной эмульсии. Большая часть работ уже выполнена. При этом важно, что для комфортного движения транспорта ведутся они исключительно в ночное время. На участке работает 11 единиц спецтехники и более 30 квалифицированных специалистов. Контроль очень жесткий. На каждую 1000 квадратных метров берутся пробы. Проверяется толщина асфальта, проверяется уплотнение, проверяется зерновой состав. На данный момент пока замечаний не поступало, а пробы проходят, и мы работаем в соответствии со стандартами, с ГОСТами. Автолюбители такое долгожданное обновление радует. По их словам, состояние дорог в Куйбышевском районе и в целом по городу улучшается. Конечно, нужно было здесь делать, потому что здесь я ремонта давно не наблюдал. Вот. Сейчас вроде все хорошо, машина не так шумит, как и раньше. Так вроде хорошо все. В Самаре полно ремонтируют. По юных пионеров часто ездил. Там вообще отлично сделали дорогу. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015 году начались по Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы в разных районах Самары, в том числе Ульяновскую, Рабочую, Земица, Шостаковича, Мариса Тереза, Антона Овсеенко и другие. Работы также затронут 143 тысячи квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью преображаются прилегающие территории – тротуары, бордюры, газоны, пешеходные зоны. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Станислав Левин. События.